Около 50 коробок с продуктами, одеждой и товарами первой необходимости привезли ребята из средней школы номер 10 для членов местного отделения Всероссийского общества инвалидов. Волонтеры не первый год помогают и считают себя добрыми друзьями особенных детей. В нашей 10-й школе есть волонтерский отряд «Десяточка», где принимают участие ученики с 7 по 11 классы. В данной акции «Доброты и щедрости» приняли все ученики, учителя и родители нашей школы, за что мы очень им благодарны. Инициативу учеников и родителей школы поддержали в территориальном отделе 6-й микрорайон. На выделенном транспорте все собранные коробки были доставлены по знакомому адресу – улица Советская, дом 3. Наш терродел 6-й микрорайон не ограничивается данной акцией. Мы на протяжении всего года помогаем жителям, которые оказались в сложной ситуации. Предприниматель Андрей Макалкин уже давно считается одним из самых верных друзей организации. И в этот раз пришел не с пустыми руками. Вместе с сыном Максимом они привезли и установили на кухне современную плиту. После вот ремонта, как сделали общество инвалидов ремонт, подарил им кухонный гарнитур и вот новую плиту сегодня привез. Отличная? Современная? Да, конечно. То, что нужно, самое лучшее, да, то, что могли здесь они собирать какие-то свои праздники, готовить, печь. Члены общества инвалидов уже планируют совместные посиделки с пирогами и другими вкусностями. Встречать предстоящие праздники будет гораздо приятней, ведь забот станет намного меньше. Уже несколько лет эта акция у нас проходит в нашем округе. Это замечательная традиция, и она нам показывает, что рядом с нами очень много неравнодушных людей, которые готовы помогать тем, кто в этом нуждается. Конечно, подарки любят получать все, но с особым нетерпением их ждут младшие члены общества. Я у Деда Мороза попросил экскурсию в полицию, в настоящую. И это обязательно будет. Я там буду ходить в полиции по-настоящей, там, в отделение. И буду кататься на полицейской машине, на настоящей. Вот так и исполнится моя мечта. У меня уже есть свой костюм полицейского. В обществе инвалидов разбирают подарки и ждут в гости новых друзей. Ведь для доброты и заботы нет сроков давности. В любой день можно прийти и порадовать своим вниманием тех, кто в этом нуждается. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.